Прогноз погоды на 3 ноября. В 6 часов утра температура воздуха в центральных полюсах была минус 22, минус 17, в Заречье от минус 26 до минус 16, в южных полюсах от минус 26 до минус 24 градусов. В Вилюйской группе лусов минус 25, минус 21. В Нижнеленске от 19 до 17 градусов со знаком минус. В западных лусах 20-15 градусов со знаком минус. В Колыма-Индигирской группе лусов минус 27, минус 2 градуса. В Янске минус 24, минус 18. И на северо-западе от 19 до 7 градусов ниже 0. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 17 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 2,5 метра в секунду. Днем ожидается минус 15, минус 17 градусов.